Всем привет! Вы на канале Кулинарная Семья, и сегодня я готовлю очень вкусный и нежный куриный паштет. Так что скорее же начинаем. Для этого мне понадобится куриная печень, у меня здесь 500 грамм, 1 морковь, лавровый лист, сухой чеснок, 1 луковица, сливочное масло, молотый перец, соль и растительное масло. Для начала я буду обжаривать лук и морковь. Нарезаю лук тонкими полукольцами. Наливаю немного растительного масла и отправляю обжариваться лук. Морковь натираю на крупную терку. К луку отправляю морковь и обжариваю до мягкости. Добавляю маленький кусочек сливочного масла вот сюда вот в овощи. И еще обжариваю буквально минутку. Пока обжариваются овощи, я нарежу печень. Я ее хорошо промыла и просушила бумажным полотенцем. Теперь нарезаю ее, разрезаю напополам. Овощи готовы, перекладываю их в чашу. Еще немного растительного масла. И теперь буду обжаривать печень. Печень должна прихватиться хорошо с обеих сторон. Теперь, когда печень прихватилась, я кладу 2 лавровых листа и смесь молотых перцев. И отправляю сюда снова овощи. Теперь сюда же отправляю еще один кусочек небольшой сливочного масла и хорошо перемешиваю. Накрываю крышкой. И даю продушиться где-то минут 15-20 на среднем огне. Итак, 20 минут прошло. Я отключаю огонь. Печень получается вот такой консистенции. Я ее убираю, чтобы она полностью остыла. Печень остыла, но она осталась немножко теплой. Я ее при такой температуре буду ее перемалывать. Добавляю щепотку сухого чеснока. Перемешиваю. Да, лавровый лист я вытащила. Ну и теперь буду перемалывать печень в мясорубке. Теперь мне нужно посолить по вкусу. Добавляю 2 небольшие щепотки. А так попробовать можно. Если соли не хватает, можно добавить. И осталась последняя часть сливочного масла. Пока паштет теплый, добавляю и перемешиваю, чтобы он растворился, чтобы масло растворилось. Ну что, паштет готов. Можно его намазать вот на такой тост и украсить зеленью. Ну что, Саша дегустирует паштет. Как правильно говорить, паштет. Он очень нежный, вкусный, домашний паштет. Всем советуем этот рецепт. Готовьте вместе с нами, делитесь своими рецептами, подписывайтесь на наш канал, а мы прощаемся. Желаем всем приятного аппетита. Всем пока!